Лена, и сегодня я буду распаковывать вот этот автомат с мальчиком. Это игровой автомат, да? Да. Вот этот, наверное, по костюму его несложно догадаться, чем он брат. Есть такое видео на канале, где я распаковывала кошечку с сестрой, и вот это ее брат. Ты думаешь, кто на картинке, тот и внутри в коробочке? Нет. Ну давай, посмотрим. Открывай. Возьми монетку, может, поможет? Я в шоке. Я монеткой вот эту вот открыла. Покажи, что там? Я не могу достать из-за вот этого вот. Я не знаю. Как дальше? Монетка тебе помогла. Дальше что? Дальше. Ну, может, там где-то еще монетка еще вставляется? Нет. Там, где голова? Вот это убирать. Сейчас будем разбираться, как его достать. Да ё-моё! Давай по частям, доставай. Что там? Там оно склеено. Может, вот это вот надо? Нет. Оставайся. Давай я посмотрю. Да. Держи, Ульяна. Опа. Вот оно как открывается вверху. И достается куколка наша. Кукла-космонавт, да? Это космонавт? Не, это типа компьютерная игра. А, компьютерная игра. Оп. Что там есть в коробочке? Политики. О, я пока что не знаю, какие. А, вот так вот. Это я не знаю. Ну, в общем, коробка это остается. Это играть надо. Компьютерная игра. И вот человечек. Вот это вот, наверное, мы выбросим. А вот это остается. Это обязательно, с монеткой. Давай посмотрим, какие там еще есть игры. Эти куклы могут заинтересовать мальчиков. А может быть только девочек. О, я знаю, это брат Виртуэль. А это даже девочка есть, да? Первая. С косичками. О, это правда девочка. Так что это и для девочек, это и для кульки. Мальчиков. Магазина и сразу распаковку снимаем, потому что очень сильно хотелось поиграть куколками, да? Да. И посмотреть, что же там. Ну, такая большая кукла, правда? У нас такого размера нету куколочек. Так, можешь помочь? Ключ не сломала? Можно и сломать.
Ура! Выпал, наконец-то. Наконец-то выпал. Нога отвалилась. Как нога отвалилась? Да я шучу. Так и должно быть. А, это его костюм. То есть он маленький сам по себе. Покажи его ноги. А это костюм космонавта. И он разбирается, как лего, да? Почти. Угу. Осторожно, все детали осторожно. А тут он обычный мальчик, сразу в костюме. А как это снимается? Он такой смешной в этом. Как будто бы платьишко, да, у него? Какой-то космический рейнджер. Космический рейнджер. Как оно снимается? Ну видишь, как оно... Прям как конструктор. В трусах. Трусы? В трусах. Давай посмотрим, что в этой коробочке, какие сюрпризики, да? Там, может, еще какая-то для него одежда была? Да, должна быть. Только вот где она, я не... Точно. Так, вот с этого. Вот тут вот. А как это станет, я не понимаю. Давай, я помогу. Вот это... Оно крутится? Может, это в этом нужно сразу. Оно крутится? Вот оно. Перекручиваем. И достали. Вот. Скейт. Скейт. И что еще там? Скейт. Ботинки. Ботиночки. Слушай, так все оригинально придумали. Вообще класс, да? Офигеть. Коробка открывается монеткой. Скейт есть. Класс. Я впервые вижу, что он в трусах. Впервые вижу мальчика в трусах сразу. Кстати, из трусы снимаются? Снимаются? Опа, снялись. Ну это не трусы, это они у вас шорты такие, видишь? Нет, это трусы. И тут, ну, шортики, а здесь вот кофточка его такая же в комплекте, видишь? Вот комплект шортиков. Вот. Шортик и футболочка. Вот а, еще штаны. Точно, точно. И вот два комплекта. Точно. Не, похоже на вот эту вот клеточку, как... Это брат-гонщица. Ага. Вообще похоже. Ну давай соберем. Нажмем на паузу и соберемся. Давай. Раз, два, три. Три. Вот такой мальчик у нас получился. Это скейт его. Он блестящий. Сзади огонек нарисован такой. Оранжевый. Да, в коробке, который это был, его, да? Черный и оранжевый, это его любимый цвет. А кто у него сестра, расскажи. Моя куколка кошечка и сестра старшая. А как он называется? Он называется? Как его зовут? Кукет. Кукет, да. Кукет. Крутой а кот. Зовут? Крутой кот. Привет, чувак. Я же говорил, сейчас жабу превращу. А вот а это вот у него космический костюм. Он будет космонавтом, да? Вот мы все сложили. Вот такая бутылка у него, есть у него штаны, а есть у него шортики, вот эти вот, это шортики вот, да, шортики? Нет, это трусы. Трусы, ну вот трусы. Такой скейт, он, покатай его на скейте. Ой. Дай мне тоже покататься. Нет, ты бороду снял, ты еще маленький. Не, они одинаковые, даже он выше его. Ну и какой тебе мальчик больше нравится? Сегодня два ты не, получила. Мне два очень нравится. Я этого очень хотела. И я этого очень хотела. Сейчас еще к этой семье питомцев и все, вся семья будет собрана. Питомец еще нужен? Ну, я не знаю, сколько там у них питомцев. Так что. Но кошка точно должна быть. Они же сами кошечки. Ну все, будем играть. Я буду кататься. Ха-ха, ох. Ха-ха, ох. Все, устали. А кто хочет одеть костюм? И поиграть костюмом? Не, я лучше в автомате поиграю. А тут и ничего нету. Может, вот так можно? Компьютерная игра? Не, она не стоит. Короче, играет, типа играет.
ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!